Друзья, всем привет еще раз. В общем, это... Варю щи. Тихо говорю, все, буду громко говорить. Это... Сейчас достану косточку. Я одну оставила, я буду делать... Как это объяснить? Ну, не овощное, а мясное рагу, так назовем. Я еще казан сейчас отмою и сделаю как мясное рагу. Сейчас я достану косточку. Все, готово, отварилась. Обделаю потом ее. Она сейчас остынет. Вот. Это я сделаю зажарку. Так. Я не все потратила. У меня была одна морковь большая, один лук большой, одна маленькая, это вилочек капусты. У меня осталась еще и картошка. Помидор я только 1,5 штуки потратила. Перец я вообще не тратила, я оставила все на это, на рагу мясное я буду делать. У меня голос охрипший, я таблетки пью. Я немножечко морковки обжарила, немножечко лучку, один чесночок, зубчик, так, и помидорчика, 1,5 помидорчика. Я сделала заправку для щей. Сейчас капустки заложу сюда, я всю не буду закладывать. Сейчас я картошечку. Так, а теперь капусту. Я оставлю еще. Капустки. Я еще оставила. Потом туда еще заправку положу. И немножечко укропчику потом порежу еще. Вот. Когда капуста уже сварится, я сейчас мясо обделаю. Будет пока вариться капуста, посолю где-то 1/2 чайной ложки, вот, чуть там, может, капельку там побольше 1/2 чайной ложки, ну, на грамм совсем, вот. Пока будет вариться капуста, я сейчас мясо остынет, я его обделаю. Потом заложу туда мясо, заложу туда вот эту готовую, вот, и все, и щи готовы. А потом сейчас казан отмою. Налью масло в него, положу мясо, туда немножко вот этой оставшейся капусты. Все сразу прям буду закладывать и все, и тушить. Весь вот этот вот картофель перечищу, туда заложу. Чисто как у мираху получится, типа того что-то. Как говорится, то, что есть. На второе что-нибудь тоже надо поесть. Вот эту вот морковь заложу, 2,5 помидора туда заложу. Эти 2 перца, естественно, эту морковь. Лук это у меня столько осталось, да. Я заложу еще лук. Вот. Чеснок не буду ложить. И немножечко тоже укропчика я разделю и на щи, и на это, на рагу мясное, как говорится. Оно больше картофельное будет, картошки много. Но все равно в казане поестся. Как второе, и оно такое будет. Ну, вкусное будет. В общем. Ну вот и все. Вот такие вот дела. Может быть. Даже покажу потом. У нас снежок, тучи. Но тут не видно. Совсем такой там, его не видно. Он мелкий. Вроде как и небо чистое вроде бы. Мороз есть и ветер. Так, ну ладно. Ну ладно, вот такие вот дела. Пью таблетки, от температуры пью. Дела делать все равно надо. Так вот. Ну все, всем пока.